Меня зовут Анаид, я из России. Я изучаю финансы в Сямынском университете. Я закончила Московский государственный лингвистический университет по специальности «Мировая экономика». Я также изучала китайский и английский языки. В 2010 году я впервые приехала в Китай по программе студенческого обмена. Я изучала китайский язык в городе Гуанчжоу на протяжении 1 года. Китай мне сразу понравился. Я завела много друзей из разных стран и подтянула язык. После я вернулась в Россию, где продолжила изучение китайского. Но мне все время хотелось вернуться в Китай. В 2015 году, по рекомендации друзей, я подала документы в Сямынский университет. Я очень рада, что сделала этот выбор. Сямынь очень красивый, уютный и развитый город. А Сямынский университет считается одним из самых лучших университетов в Китае. Я изучала финансы вместе с другими ребятами из разных стран. Мы вместе ходили на занятия, делали домашнюю работу и просто общались. Мне также повезло найти стажировку в китайской компании за время учебы здесь. У своих китайских коллег я смогла научиться ответственности и трудолюбию. В этом году я заканчиваю магистратуру и надеюсь найти работу в Китае. Сямынь – это не только экономически развитый город, но и отличный город для путешествия. Я думаю, что на данном этапе в Китае для меня открыто больше возможностей. В преддверии саммита БРИКС в Сямыне проходят масштабные строительные работы. Сямынь стал еще более красивым и удобным для жизни. Я надеюсь, что еще больше людей узнают о Сямыне и о Китае в целом. Меня зовут Анаид, и это моя история в Китае.